Ну, вот не вышло ранее с энергетической блокадой. Решили устроить торговую дополнительную. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил эмбарго на поставки товаров и услуг в Крым и из Крыма. В соответствии с решением Кабинета министров запрещаются поставки работ, товаров и услуг по всем таможенным режимам из Крыма на другую территорию Украины, из других территорий Украины в Крым, за исключением личных вещей, социально значимых товаров и гуманитарной помощи. Это решение вступит в силу через 30 дней. Правда, как отметил сегодня губернатор Севастополя Сергей Миняйло, от товарной блокады Украины Крыму ни горячо, ни холодно. Возобновляются ли поставки электроэнергии на полуостров, решать будет Совет национальной безопасности и обороны Украины, добавил Арсений Яценюк. Напомню, Крым был обесточен в ночь на 22 ноября в результате подрыва опор линии электропередач. Правда, уже запущены две цепи энергомоста из России в республику.